Всем привет, привет, ребят, привет! Началось у нас событие День Святого Валентина. Ну и как бы здесь же у нас решается два основных вопроса. Да, здесь нет подарков. Это, ну как бы, это переходящий эвент после зимнего марафона. Разве вам зимнего марафона не хватило? Было же очень много подарков. И там надо было покупать подарки. Дальше подарки будут, ну, такие себе, если честно. А здесь, и вот тут происходит прямо самый главный марафон, который у нас есть. Это марафон на студии. Для чего же это нужно? Если у вас есть, как бы, друзья, они могут помочь вам прокачаться. Если у вас есть вторые аккаунты, третьи аккаунты, четвертые аккаунты, они могут, возможно, дать вам прокачаться. Если у вас есть друг с месячным планом, вы можете с ним договориться и сделать небольшой обмен на какую-нибудь компенсацию. Но ситуация в том, что здесь можно получить студию. Итак, давайте же пройдемся в основной, это вот сюда, и заглянем. Предмет студии и оружие. Здесь можно получить не только уникальное оружие, которое вы действительно не встретите, как и предметы студии, которые вы тоже можете не встретить в простом магазине. Вы знаете, что, допустим, если вы зайдете в акустику, да, вот здесь вот, вы пройдете, будете подбирать под ваш уровень. Но самое интересное, у вашего противника почему-то существует акустика, которой нет в магазине. Тот же самый доктор, допустим, на 30 уровне, давайте же посмотрим. У нас есть колонки, iSound, а в магазине их нету. Откуда доктор их взял? Конечно же, к Дня Святого Валентина. Если в заданиях не выпадает, у вас не выпадает мебель какая-то определенная, то есть большая вероятность, что вы вытащите ее из предметов студии. Всего нужно по 50 хотя бы. Ну, если честно, получается, вот здесь 50 и здесь 50, это прям действительно много. Это получается, надо тратить по 15 рубинов в день. 15 рубинов в день, и только тогда вы сможете выкупать все три вещи. То есть 5, короче, рубинов на вот это, 5 рубинов здесь и 5 рубинов здесь. Но поверьте мне, 5 рубинов это не так много. И 5 рубинов дает большой, огромный бонус. Но если же все-таки у вас нет друга, который может дарить вам вообще пару за рубины, и вы не можете себе вытащить студию, но вот здесь надо будет немножко поднапрягаться, потому что есть задание. Задание у меня, к сожалению, к большой радости, точнее моей, у меня все закончены. Но выпадает 3 задания. Они всегда здесь описаны, и в этих 3 заданиях надо победить на полигоне, победить 15 противников и собрать 3000 на музбоксе. Задания очень простые, можете выполнять. Они дают 15 валентинок. Их можно обменивать с кем-нибудь из сангруппников. И либо с какой-нибудь дамой, у которой много-много поклонников или много-много рубинов. Ну так или так. Ну и давайте перейдем к интересной вещи. Многие меня спрашивали, а что же, типа, ну вот, можно получить, какие элементы вытащить. Ну давайте мы перейдем в мою базу. Вот это база нашей студии. В свое время мы ее полностью собирали. И как вы видите, она разбита у нас на разные категории. То есть с 4 по 10, с 11 по 15, с 20, 25 и с 26 по 30. На самых минимальных уровнях, если вы играете, для вас как бы, ну, вытаскивание предметов определенных, да, тоже является. Допустим, игровой автомат, вы его получить не можете. Но его можно вытащить из этих предметов. И он действительно дает хороший бонус. Бонус дает крита. Ну, то есть, плюс дополнительно бонсай, инь-янь, да, вот типа формата, который вы не можете получить. Ну, ледяные троны, это отдельная история, она очень дорогая. На 15 уровне такая же ситуация, ребят. То есть, вы не все вещи можете просто приобрести. Но если проходить по всем уровням, то есть, если прям вот проходить и с каждым уровнем, да, вот, то далее, вы когда приходите на 30 уровень, здесь каждого элемента студии именно 30 уровня. Их аж по 4 штуки. Ну, то есть, их становится очень много. То есть, перешли на 30, то вот из роскоши, да, у нас есть Кадиллак, истребитель, да, вот, типа такого. 2 мебели, да, вот, даже 3. Ну, примерно так, вам, чтобы посмотреть хотя бы. Колонок, 1, 2, 3. 3 отдельные колонки еще. Ну, это не все, короче, что указано. Ну, вот
это все можно вытащить. Это все можно вытащить. И поэтому, когда, я говорю, если вы включаетесь или апаетесь на 30 уровень, постарайтесь вытащить себе здесь мебель. Она не вытаскивается первого уровня сразу. То есть вы можете получить сит-истребитель плюс 15. Или сит-истребитель плюс 11. Такие вещи я вытаскивал. Если вы найдете видео мое за предыдущие, вот ну прям видосик вот такой, то по этому видео можно видеть, что можно вытащить примерно около там 16 тысяч кредитов, миллионов кредитов. 30 миллионов кредитов можно вытащить. Просто легко, чисто получая эту студию. Многие, кстати, это не делают. Ну, то есть, и многие это не качают. Ну, видимо, неинтересно. Ну, а так, по отдельной истории. Ребят, если я нахожусь в онлайне, если у вас есть возможность, вы можете дарить мне валентинки. Эти валентинки, которые приходят ко мне, я фотографирую каждый раз, кто сколько, короче, дарит. И далее будет видео снято. Оно так и называется. То есть, мои валентинки. И вот среди всего большого списка, тем, кто там есть, там будет огромный слайдер. Бывает на 10 минут, бывает на 15 минут. То есть, там идут просто те люди, которые дарили мне валентинки. Они будут идти один за одним. Их будет очень много. И вот среди этих людей я буду разыгрывать также месячные планы, как я всегда делал. Ну, то есть, те, кто знают, те, кто участвовали, те, кто уже получали, уже начали играться в эту игру со мной. Я уже получил много валентинок. Всем спасибо, ребят, кто дарил. Ну, ждите, будет розыгрыш, как всегда. Ну, а те, кто не знает, что так происходит, тоже посмотрите. Есть видео, мои валентинки или мои музлайки, они тоже есть на моем канале, и там всегда происходит розыгрыш. Ладно, не забывайте, что можно получить студию на халяву. Именно на халяву. Небольшую, но все равно халяву. Или с минимальными затратами. Но получить, представьте, студию плюс 10, плюс 11, плюс 7 даже получить за 5 рубинов, это, ну, честно, смех. Вот просто. А иногда даже можно получить на халяву, если у вас есть хорошие знакомые или друзья, которые просто могут покидать вам вещи. Ну вот из того, что я сейчас вытащил, можете посмотреть. Вот. Иллюзия плюс 8. Циклон плюс 9. Две иглы, пятый кокон, iSound, Octobus. Вот, ну, это из того, что вытащил я. Это вот буквально за 2 дня. Но я продавать их буду потом, но уже позже. Так что дерзайте, таскайте и всем удачи.